Ой, прям полдня пучила, а? Ой. Пикапи. Чё? Отстань. Ой. Пикачу? Да чё тебе надо, Пикачу? Ну нахрен, ну что ты такой дотошный, да? Ну дай, пожалуйста, человеку спокойно посидеть на туалете, а? Ну отстань ты от меня, я тебя сильно прошу. Пожалуйста. Ой, и прям сильно пучит, сильно! Ой. Пика-пика! Да чё тебе... Пикачу, лайки, да? Опять лайки тебе ставит. Ну ладно, ребята, давайте мы все дружно соберемся и поставим лайки на вот эту серию. Поставим лайки Пикачу, чтобы он наконец-то отстал от меня и дал спокойно человеку посидеть в туалете, да? Ну вот я беру и прямо сейчас ставлю лайк на вот эту серию. Все поставили? Все? Я надеюсь, что если мы все поставили, то что ты отстанешь, да, от нас? Ну, надеюсь. Пикапи. Да чё тебе нафиг, Пикачу? А, да, еще и комменты тебе нужны. Ну ладно, ребята, давайте мы напишем какой-то коммент под этим видео. И давайте еще раз поставим лайк на вот это видео, чтобы Пикачу этот от нас уже наконец-то отстал. Вот самый дотошный нахрен покемон, самый дотошный. Все, лайки, комменты, все, доволен. Ну раз ты доволен, так давай уже наконец-то будем начинать серию, а, Пикачу? Согласен? Ну давай. Хочешь ржать до отключки? Заходи на канал Глюка, куча смешных роликов по Happy Wheels, GTA 5 и Kerbal Space Program. Отскульные игры и немного веселого, а не адеквата. Ну и в принципе, ребята, как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию 7 сезона с модом на покемонов, и сегодня, ребята, мы будем продолжать ловить, искать и, как обычно, прокачивать наших покемонов, чтобы наконец-то уже сразиться с командой R, которая, мне кажется, наш уже там заждалась, да? Немного заждалась. И, ребята, в первую очередь, что я вам хотел сказать? Я хотел вам сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку, за то, что вы продолжаете ставить лайки на каждую серию Пиксельмона. Вы просто не представляете, как для меня это важно. Если вы хотите дальше видеть серию Пиксельмон, ребята, просто не останавливайтесь, ставьте лайки, я буду видеть вашу поддержку и также буду выпускать новые серии Пиксельмон как можно чаще. Поэтому, ребята, еще раз вам большое спасибо, не останавливайтесь, ставьте прямо сейчас лайки, если хотите видеть новую серию как можно быстрее. Чем больше лайков, быстрее выйдет новая серия. Да, ребята, но в принципе, а еще также можете подписаться на мой канал, это так, просто на всякий случай я вам сказал, чтобы вы не забывали и писать комментарий, конечно же. Да ну нахрен! Да ну нахрен! Первый шайни покемон в этом сезоне! И это Шинкс! Охренеть просто! Да ну нафиг! Так, пожалуйста, Шинкс, давай не выкобыливайся, давай, пожалуйста, залезь в ультрабольчик и словись! Охренеть! Это первый шайни покемон в этом сезоне! Ребята, дайте я вам руку пожму, дайте я, пожалуйста, вам руку пожму, потому что это охренеть как круто. Я вот сейчас просто начинал серию, я вообще не представлял то, что тут где-то Шайни гуляет. Это просто охренеть. Я просто сейчас в шоке, честно. Я, ребята, просто сейчас в шоке, потому что я вообще не ожидал то, что нам вообще сможет попасться Шайни, не в этой серии, а даже через 10 серий, и он нам попался. Earthquake — это то, что нам нужно, ребята. И наконец-то долгожданная нахрен. Прям офигеть, какая долгожданная эволюция Голета. Вот она происходит, ребята. Вот она наконец-то происходит на наших глазах. И нам еще осталось ему прокачать минимум 10 уровней, потом Сайтера, и мы идем сражаться на базу команды R. Мы даже сегодня пойдем сражаться на базу команды R, просто чтобы посмотреть, насколько мы уже выросли, а насколько мы уже сильны. А потом, ребята, посмотрим, нужно ли нам еще докачиваться или нет. Но все же, ребята, Шайни — это просто офигеть как круто. Мы потом, конечно, заменим нашего Люксрея обычного на Шайни Люксрея, но это будет чуть позже. Да, ребята, а перед этим, знаете что? А, как обычно, традиция, каждую серию Пиксельмона я приглашаю вас к себе в друзья. Что я подразумеваю под этим, под этой фразой? Ребята, сразу первая ссылочка в описании, это моя страница ВКонтакте. Заходите, переходите, немного пролистайте вниз и нажимайте на вот эту ссылку и переходите на мою страницу ВКонтакте. Добавляйте меня в друзья, ставьте лайки, можете поставить лайки там на все записи, многое другое, ребята. Я буду каждому рад, кто придет ко мне, друзья, ВКонтакте, ну и добавится, да? Поэтому, ребята, не ленитесь, у кого есть страница ВКонтакте, добавляйте, я всех вас буду там ждать.
просто-напросто, чтобы делиться с вами информацией, новостями, скриншотами там, моими фотками и вообще личной жизнью. Поэтому, ребята, действительно, я всех вас буду ждать там. А сейчас, ребята, я не знаю, может, я, наверное, даже сделаю длинную серию в этот раз. Может, это будет даже офигеть, какая длинная серия. Ребята, все зависит от вас. Пишите, вот давайте еще раз, ребята, пишите в комментарии, хотите ли вы длинные серии или нет. Напишите в комментарии, да, хочу или да, нет. Мне просто нужно сзади выпускать 15 минут серии или выпускать 45 минут серии. Ребята, решайте, все бы. Так, знаете что? Что нам нужно сейчас сделать? Как можно быстрее? Дайте я подумаю. Давайте я вылечусь в первую очередь. И в этой серии мы, кстати, также еще будем открывать 3 покелаки блока. Кто помнит, что это такое? Мы откроем и посмотрим, что нам с них выпадет. Но, учитывая то, что нам в этой серии уже попался шайни покемон, которого... Какая это серия? Это 35-я серия. Мы за 35 серий не увидели ни одного шайни покемона. Сейчас, ребята, это наш первый шайни покемон. Это прям какой-то грандиозный, запоминающийся момент. Это просто безумие, честно. Офигеть просто, я даже не ожидал его увидеть нафиг в этой серии. Офигеть. Так, давайте мы еще немного прокачаемся и пойдем на базу командир. Посмотрим, сможем мы там убить вот этого помощника или нет. Мне, если честно, кажется, то, что еще пока нет, но все же посмотрим. Так, зашибись. А что нам нужно для эволюции Сайтера? Кто не знает, Сайтер эволюционирует через шапочку при обмене покемонов. Допустим, с кем-то, да? Но так как я, в принципе, играю сам, я ни с кем не смогу обменяться покемонами, поэтому я, наверное, буду сам себе его как-то эволюционировать, да? Потому что, в принципе, с кем я сейчас обменяюсь, да, если я и сам играю? Да, мне кажется, нету смысла заходить со второго компа, столько париться, нести второй комп, открывать мир по сети, передавать покемоны, это просто лишняя трата времени. Зачем, если я могу удалить вот этого покемона и просто выдать себе нового уже с новой эволюцией, да, уже следующей эволюцией? Ребята, это мы потом чуть позже посмотрим. Давайте мы вот этих кроликов немного пофармим. Почему? Потому что с этих кроликов выпадает в первую очередь мясо. Да, сразу зажаренное мясо. Поэтому мы, в принципе, можем на них так нормально даже хавки наварить себе. Так, еще разочек. Еще тебя 27 уровень. И, в принципе, даже прокачаться неплохо. Уровень мы уже нашему Сайтеру прокачали. Круто. И, кстати, смотрите, у нас уже 20 стейков есть. Уже 20 стейков. Это, в принципе, хватит. Хватит длинное такое время. На долгий период. А поэтому, ребята, знаете что? Давайте мы немного подумаем. Нашему Гулету еще нужно как минимум 10 уровней. Поэтому Гулета нужно где-то прокачивать. А где? Я, если честно, пока что не очень знаю. Нужно найти какое-то хорошенькое место. Но это мы, ребята, посмотрим чуть позже. Так, давайте мы покушаем. Сделаем себе покелаки-блоки, давайте сделаем сразу же себе. Откроем их и посмотрим. Дайте я немного звучок потише сделаю, где-то на... вот так. Давайте отправимся, ребята, в наш временный дом. И сделаем вот тут наши поки-лаки-блоки. Так, двери закрываем, чтобы никто тут не шастался. И давайте, ребята, приступаем к крафту. Нам нужно 3 поки-лаки-блока в этой серии. Вот так. Потом вот так. Сейчас. Делаем вот так, окружаем это все золотом, и у нас получается лаки-блоки. Сейчас окружаем вот это все обычными покеболами, и у нас получается 3 покебола. Зашибись просто, ребята, просто зашибись. Так, тут у нас еще, кстати, золото есть, тут у нас... Нифига себе, тут у нас еще есть пук. Так, возьмем ультрабол и возьмем еще один даскбол. Нифига себе, я, если честно, даже забыл то, что у нас тут в сундучке еще что-то есть. А тут все же есть. Ну, пускай будет. Это все припасем на следующую серию. Вот так. И вот так. Зашибись. Ну что, ребята? Ну что, давайте откроем первый покелаки-блок и посмотрим, выпадет ли нам что-то там хорошенькое. Следующий откроем там через минут 5. И потом еще один через минут 5. Ой, пожалуйста. Что-то хорошенькое. Не как в предыдущей серии. Что нам там выпало в предыдущей серии? Не знаю, то ли удочка, то ли еще что-то. Ну давайте, пожалуйста, что-то хорошенькое. Слушайте, Бастиодон — это офигеть какой крутой покемон. Кто не знает, кто такой Бастиодон? Так, сам урод. Потише, разогнался. Кто не знает, кто такой Бастиодон? Бастиодон — это вторая эволюция, не шайни даже покемона, а фосил покемона. Кто знает, кто такой фосил покемон? Это камни, которые валяются на дне океана. Вот прямо тут в Майнкрафте валяются на дне океана. Если мы добудем вот этот камень,
закаменевшим покемоном, поместим его в специальную машину, где эта машина обработает вот этот камень, отполирует. И потом, если мы засунем этот камень в специальную машину, которая будет выращивать этот камень, то есть воскрешать покемона, мы получим вот этого Бастиодона. Прям какая-то рифма. Йоу, нафиг! Но, как видите, давайте еще один ультрабол потрачу и увижу, сможем ли мы его словить. Если нет, тогда иди в жопу, Бастиодон. Не-не-не. Он слишком большой уровень, ребят. Он 47 уровень. Он реально слишком большой, и словить его очень тяжело. Поэтому давайте не будем париться, хоть, в принципе, я... Нифига себе, ботиночки выпали. Хоть я и так, в принципе, уже много потратил покеболов, ультраболов точнее. Давайте не будем еще больше тратить. А потом мы сами сможем найти Бастиодона. Знаете, когда? Давайте сделаем план небольшой. А чтобы найти фосил покемонов, нам нужно погрузиться глубоко под воду в океане. Чтобы погрузиться глубоко под воду, нам нужно словить какого-то покемона, который может плавать под водой, дает нам ночное зрение и многое другое. Кто это такой? Это, ребята, ну, самый такой редкий покемон. Так, точнее, самый обычный покемон, это у нас Magikarp. После Magikarp у нас идет Гуардос, да, и он эволюционирует сразу на 20 уровне. Мы сможем его вызвать, сесть на него и сразу спуститься на большую глубину в океане. Мне кажется, ребята, это самое то, и мы, наверное, так и сделаем. Словим Magikarp'а и пойдем на охоту за фосилами. Но, кстати, нам еще нужно будет сделать две машины, чтобы очищать вот эти фосилы. Но мне кажется, это не будет какой-то большой проблемой. Так, что нам делать с Сайтером? Мы, наверное, эволюционируем его в следующей серии, мне так кажется. Или я между сериями его эволюционирую. Посмотрим, ребята, посмотрим. Давайте я вылечусь. И пойдем сейчас, наверное, попросим нашего Чаризарда, чтобы он включил утро или, в принципе, ночью. Кто у нас может ночью спамиться? Какие-то, знаете, большие уровни, большие покемоны, чтобы мы могли их поубивать. А фиг его знает, ребята. Мне кажется, знаете, куда нам нужно отправиться? Нам нужно Да твою мать, а! Нам нужно отправиться в горы. Нам реально нужно отправиться в горы, потому что в горах... Всегда такие большие покемоны, большие уровни, а ночью, мне кажется, там будет еще побольше. Поэтому давайте отправимся вот сюда, ТП. 897-75-3029. Вот, зашибись просто. Я знаю то, что вам, ребята, просто ни черта не видно, но не переживайте, мне, если честно, тоже. Но, поэтому этой ночью нужно охотиться за какими-то редкими покемонами. И, что самое главное, большими уровнями, чтобы мы смогли крутить. О, так, сейчас, нет, я уже... А, нет, или все же он большой. Да, он 40-й уровень, нафиг. Нифига себе. Давай, Гуларк, тебе еще нужно офигеть, как много качаться. Просто офигеть, как много качаться. Ну что, самое крутое, он наконец-то выучил Earthquake. Это просто офигеть, как круто. Сейчас он стал, если честно, еще намного сильнее. Так, давай. Так, ты 14-й, только что там один был точно такой же покемон 40-й уровень, а это 14-й. Круто! Вот! Пупки! Я их так называю. Оригинальное название Пупитар, но я их называю Пупки. Да, они, в принципе, очень большие уровни, и на них мы, наверное, будем, ребята, и качаться, если будем их находить. Также Оникс тоже большой уровень, и больше пупков нету, к сожалению. Почему больше пупков нету? Давайте мы еще один откроем. Не зря. Вообще не зря мы сейчас открыли вот этот покелаки блок, потому что нам выпало около 45 покеболов. Это просто охренеть как круто, ребята. 45 покеболов. Сколько же мы ресурсов сэкономили? И сколько же мы халявных покеболов получили вот сейчас. Это просто офигеть, ребята. Да пошел ты в задницу. Пошел ты в задницу. Дай мне убежать. Я сейчас сам на тебя нападу. Только другим покемонам. Нам же нужно прокачиваться, а? Успокойся. Успокойся, Гипно. Я сам на тебя нападу. Вообще не переживай. Это случайно не босс? Не, или это просто синий покемон? Нет, это босс! Что это нахрен происходит? Что это такое? Шайни покемон сразу на начале. Босс! Офигеть просто! Так, чтобы фалсвип. Да, это реально был босс, это был синий босс, нафиг.
Ребята, что-то в этой серии как-то пока что все... Так, там, да. Хотел сказать, что-то в этой серии пока что все идет очень даже хорошо. Не успел сказать, как в яму упал. Просто зашибись. Ну все же, ребята, это офигеть как круто. Идите сюда, персианы. Нам нужно прокачивать нашего Голарка, поэтому... С одного удара захреначил! Нифига себе! Нифига себе с одного удара! Так, твой брат меня убил. Твой брат меня убил, но я сейчас отомщу. Давай. О, сказал же отомщу. Вот, отомстил. Офигеть, уже и босс попался, уже и Шайни попался. Просто охренеть. Пупок, ты нам как раз сейчас нужен. Ты большой уровень, и в принципе, да, зашибись. У нас уже наш, это кто, кстати? Так, наш Голарк уже 46-й. Это офигеть. Еще 9 уровней, и все будет круто. Так, Клиффери, 45-й уровень. Зашибись. Саблей, я тут видел Саблея. Если честно, мне он не нужен, а кто такой Саблей? Саблей, ребята, может выпасть алмаз. Это такой покемон, у которого вместо глаз какие-то драгоценные камни, да? И с этого покемона может выпасть алмаз или еще что-то. В этот раз ни хрена не выпало. Но все же факт остается фактом, ребята. Запомните это, если хотите нафармить халявных алмазов. Конечно, не каждый раз выпадает, как вы сейчас заметили, но все же, ребята. Пупок, Гравейлер, давай тебя мы тоже запинаем быстренько. Ну так, нормально мы прокачиваемся. Был бы у нас нафиг Lucky Edge, мы бы прокачивались в два раза быстрее. Да, Lucky Edge, ребята, это специальная такая шапочка, которая ускоряет кач на 50%. Вот реально на 50% больше опыта вам идет, это круто. Это офигеть как круто, но, к сожалению, у нас нету этой шапочки, потому что, ну... Мы не убивали очень много боссов в этом сезоне, чтобы у нас была возможность выбить вот эту шапочку. Да. Убивали мы, ну, максимум где-то 4 боссов. Как видите, один из этих 4 боссов был в этой серии. Так. Я думал, это босс какой-то там, знаете, сдалека кажется, то, что это реально какой-то босс или еще что-то. Но опыта нормально, и это самое главное. Офигеть, шайни, боссы, как-то они начали спамиться очень-очень даже хорошо. Так, еще один 41 уровень. Давай. Так, зашибись. Лаки блок, я его только сейчас заметил. Так, сундучок. Есть вероятность то, что я сейчас открою этот сундук, и там будет куча полезных ресурсов. И также есть вероятность то, что я его открою, и где-то там загорится динамит. Я сейчас вернусь, дайте я убью вот этого хитмунчана, и я вернусь, ребята. Так, замечательно, какой-то уровень хитмунчан, 45-й, самое то. И еще разочек. Так, зашибись, 47-й. Давайте, ребят, попробуем. Вы готовы? Давайте, раз, два, три. Да! Не угадал, так не угадал. И не полезные вещи, и не... и не TNT, а хрень. А просто какая-то хрень бесполезная. Но давайте, ребят, мы еще раз откроем один поке лаки-блок и посмотрим, что нам с него выпадет. Может, опять выпадет стак покеболов, я надеюсь. Ну, посмотрим. Давайте, ребят, вы готовы? Синдаквил! Это редкий покемон. Это стартовик, кто не знал. Это огненный стартовик, такой же, как и Чармандер, такой же, как и Торчик. Это Синдаквил. И он редкий. Да. Ну его можно, конечно, в саванне найти. Если мы сейчас его не словим, это будет хреново. Нам нужно будет потом возвращаться, ловить его. Но было бы круто, если бы он словился нахрен и не выкобыливался. Пожалуйста, Синдаквилушка наш любименький. Но пока что еще не любименький, потому что ты еще не словился, зараза. И как я вижу, даже не словишься. У нас есть 53 покебола. Это кажется то, что это большое число, да? Большое количество. Но не. Покебол это самый обычный бол, с самым маленьким шансом поимки какого-либо покемона. Поэтому не думайте то, что это хорошо. А Синдаквил, а точнее, все стартовики, все вот такие маленькие покемоны, они очень большие заразы. Вот прям настолько большие заразы, то, что вы себе даже не представляете. Их очень сложно словить. Они уже меня заколебали. Я на него потратил уже около 6-7 покеболов.
Я на него еще потрачу 5, если нет, я его просто убиваю. Да, он редкий покемон. Да, но он зараза нахрен. Он зараза, который просто не будет ловиться, потому что все стартовики большие паскуды. Грубо, но все же. Есть за что его оскорбить. Еще 3 покебола, нет, иди нафиг. В чем суть? То, что я его даже не могу ударить, я даже не могу ему снести немного жизней, чтобы был больше шанс поимки. Но большая зараза этот Синдаквилл. Так же, как и Иви, так же, как и нахрен бульбазавры, так же, как и Чармандеры, так же нахрен, как и все остальные другие мелкие покемоны. Они заразы просто, офигеть, какие большие. Они... Так, иди сюда, нахрен, иди сюда. Ну, а тебе... Фу, на тебя, Синдаквилл, если ты так будешь выкобыливаться, ты думаешь, я на тебя буду тратить 2 стака покеболов, чтобы словить такую мелкую сошку, как ты? Не-не-не. Я потом нафигачу себе пару стака ультраболов, пойду в саванну и буду там тебя искать до тех пор, пока не выловлю всю твою нафиг семью в мои покеболы. Поэтому держись, держись. Вот просто, знаете, после таких случаев у меня прям настроение падает. Когда я вижу вот такую заразу, которая просто-напросто не хочет ловиться, я трачу на него 30 покеболов нафиг. Он какой-то мелкий уровень, это не босс случайно, это босс. Он какой-то мелкий уровень и просто-напросто не хочет ловиться. Хоть он так, он 10 уровень, у меня вся команда, у меня 6 покемонов нафиг 50-х уровней. И он просто-напросто не хочет ловиться. Он настолько большая зараза, то что просто не хочет ловиться нафиг. Это меня так раздражает, то что вы даже себе не представляете, ребята. Ты, Старли, тоже будешь... Ну, Грэдбол сойдет. Что это такое нафиг? Ребята, что это такое? Это уже 2 босса в одной серии. И один шайни покемон в одной серии. Еще... Да ну, не. Это еще один шайни. Это, конечно, не Джиудут, это Гравейлер, но факт. То, что это второй шайни за одну серию. И я его тоже не смогу словить, потому что у нас нету покеболов нормальных. У нас... Как бы это очень так мягко сказать? У нас... Какашечные покеболы. Вот, самое подходящее слово у нас какашечные покеболы, ребята. Я его сейчас убью. Нет, не убил. У нас очень плохие покеболы, ребята. Они толком вообще не ловят. Но это шайни. Это второй шайни за одну серию. Кто не знает, кто такой шайни... Ну, как бы вам объяснить поподробнее, кто такой шайни? CSGO. Есть обычный ножик, стандартный. А есть какой-то ножик за 25 тысяч рублей. Это то же самое. То есть обычный покемон, а есть красивый покемон с другой текстуркой, которая просто выбивается с той серой массы обычных покемонов. А какая-то, знаете, самая такая заметная. Светится, с нее вот такие лучи какие-то исходят, да, то есть звездочки такие. Но... Не словится, и фиг с ним, что мы можем делать? Мы ничего, ребята, не можем делать. Ну вот, нормально он его пихнул, давайте еще разочек попробуем. Если сейчас не залагает нафиг, вот, еще разочек. Вот, сейчас нормально, сейчас самое то. У него мало здоровья, давайте еще потратим, ну, 3-4 покебола, если не словится, ребята, тогда уходим. Охренеть просто, 2 шайни за одну серию, 2 босса за одну серию. Ребята, это какая-то фантастика. Еще и... А, ребята, посмотрите, кто там. Посмотрите, кто там. Вы видите, кто это? Только что у нас был стартовик, огненный стартовик Синдаквилл. А сейчас у нас огненный стартовик Чимчар. У нас за эту серию уже 2 огненных стартовика, 2 босса и 2 шайни. Еще не хватало 2 легенд. Было бы вообще супер. Хотя нет, легенд я точно не смогу словить. Ребята, сейчас. Вы запомнили, да, мои слова? Вы запомнили то, что каждый стартовик, каждый редкий покемон и каждый покемон маленького уровня, все они большие заразы. Все они большие заразы. То, что огненный стартовик Синдаквилл, то, что огненный стартовик Чимчар. Паскуда. Паскуда, которая просто не залезает в покебол. Да залезь ты уже, пожалуйста, Чимчарчик. Обезьянка ты наша. Нет, иди нахрен, даже не расстраивай меня. Я очень расстроен то, что я убил Синдаквилла, огненного стартовика. Я просто печально душе то, что я убил огненного покемона Чимчара. Но что делать нахрен? Я их сейчас заплачу, но что нам делать, ребята? Нужно их убивать, потому что они нахрен не словят. Как же трудно на душе.
Как же трудно убивать огненных стартовиков, но... А что делать? А что делать? Ничего не поделаешь, ребята. Ничего не поделаешь. Но зато мы можем отправиться дальше в наше путешествие куда-то... Вот туда, в поиске... в каком-то поиске, да. В поиске чего-то новенького. Не знаю, босса. Опять шайни. Было бы круто. Было бы очень круто. Потому что это просто офигеть, два шайни, два босса в одной серии. У нас за 35 серий такого не было, то что он... Вот реально, ребят, не за 35, за 34, извиняюсь. За 34 серии у нас такого не было, то что мы находили двух боссов и двух шайни покемонов в одной серии. То есть у нас даже за 34 серии такого не было. А сейчас это случилось за одну серию. Ребят, это чудо какое-то. Это реально чудо какое-то. Смотрите повнимательнее, а то еще может кто-то тут засванится, я просто его просмотрю и не замечу. Так, мачоки, идите сюда. Нам нужно качаться. Нам нужно качаться. Так, тут я, ребята, никого не вижу. Поэтому давайте лететь дальше. Полетим куда-то вот туда. Зато я лаки-блок вижу, и зато я покелут вижу. Ну, такое, сойдет. Это... Так, улетаем. Улетаем. Так, пускай они там тусуются. Со своей конячкой, со своим всадником нафиг. Пускай они там тусуются. А я пойду сюда, убью Хитмончана. Прокачаю еще немного нашего Голарка. И там убью вот этого... Кто это нафиг? Еще босс! Сейчас, это босс ли мне просто показалось? Я надеюсь, что он не пропадет, я успею убить вот этого Донфана и вернуться к тому боссу. Вот, легендарный босс! Пожалуйста, не пропадай, пожалуйста, не пропадай. Так! Офигеть просто. Так, это, сейчас. Вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что это такое, ребята? Вы еще не поняли, что я сейчас имею в виду? Это легендарный шайни босс. Чё? Это не обычный покемон, это не шайни покемон. Это не босс, это шайни босс. Чё? У меня сейчас... У нас за 34 серии не попался ни один шайни. У нас за 34 серии попалось 2-3 босса. В этой серии у нас 3 босса, 3 шайни, 1 босс шайни. Офигеть просто. Такого зрелища я еще честно не видел. Босс шайни. И это шайни Пиджи, но я его не могу даже словить, потому что это босс. Зачем босса делать шайни? Вот это прям загадка нафиг всей вселенной. Босс шайни. Ну ударь ты его уже нафиг, а. Босс шайни. Я сейчас с ума сойду, ребята. Это босс шайни. Я еще 5 раз сейчас повторю, но это реально это босс шайни. Так, что нам полезного с него выпало? Что нам полезного с него выпало? Так, вот это можем выкинуть, это можем выкинуть. Это, в принципе, это все можем выкинуть. Нормально, в принципе, нам ресурсов так выпадает, учитывая то, что это уже третий босс, ребята. Это... Офигеть просто! Офигеть! Офигеть, ребята! Не каждую серию у нас такое происходит. Я просто сейчас честно вам скажу, я в шоке нахрен. Я не знаю, что случилось с этими боссами, я не знаю, что случилось с этими шайни-покемонами, но это нахрен какое-то чудо-юдо, честное слово. Это что-то новенькое. Это просто офигеть. Так, давайте еще вот этого Оникса убьем быстренько, чтобы прокачаться немного. Зашибись просто. Так, тут больше никого нету. Пожалуйста, дайте еще босиков, дайте еще босиков. Как-то мало, да? Это просто охренеть. Так, Альбатрос. Альбатрос, иди-ка ты сюда. Опа. И сейчас с Голарком тебя добьем быстренько. И
Я сказал Гуларком, сейчас добьем быстренько, вот так. Гуларк, не расстраивай меня нафиг. Так, зашибись, полетели дальше, ребята, полетели. Ищи, да-да-да, ну в жопу тебя! Ультимейт? Так, так. Он убивает меня с одного удара нафиг. С одного удара нафиг. Он убил всех моих покемонов с одного удара? А, нет, все, Офигеть! Быстренько вернемся домой. А, временный дом. Вот сюда. Вот сюда. Офигеть! Это что? Это Dark Gem. Dark нам, в принципе, сейчас не очень так нужен. Давайте вот это все выложим, ребята. Это заберем. Это выложим. Это выложим. И это вот так выложим. Офигеть, сколько у нас боссов, офигеть, сколько у нас шайни покемонов за одну серию. У нас появился самый легендарный ультимейт босс прямо над нашей головой, когда он просто полетал, желтый босс нафиг. 96 уровня. Один квикбол и один дарк джем с него прямо нам выпал. Мало того, что у нас есть шайни шинкс и шайни гравеллер. Ребята... Это что-то новенькое. Вы как... Нет, да, я даже ничего не буду спрашивать, потому что я знаю точно, вы такого еще не видели, потому что за 3-4 серии у нас просто такого никогда не случалось. Никогда у нас за 3-4 серии такого не случалось. Никогда. Офигеть, просто офигеть, ребята. Я не знаю, что произошло с Пиксельмоном, может какое-то обновление без меня обновилось, на компьютере. Но как видите, это что-то, это безумие какое-то нафиг. Чтобы столько боссов, чтобы столько шайни у нас было. Я сейчас с ума сойду. Так, давайте мы еще полетим в какую-то сторону, где мы еще не были. Где мы еще, ребята, с вами не были. Давайте вот так и полетим куда-то, ну куда? Да твою, да, сядьте нафиг. Полетим, давайте, вот в эту сторону, да? Да, там мы еще не были. Полетим туда и посмотрим. Ребята, самое главное, если вы заметите где-то босса, если вы заметите где-то шайни, если вы заметите покелут или лаки-блок, который валяется на земле, и увидите то, что я его не замечу, вот, кстати, тут у нас уже ничего нету, пишите в комментарии, на какой секунде вы его увидели и где вы его увидели, чтобы я знал, где он находится, и потом вернулся туда и забрал его, ребята. Это такая небольшая мини-игра, вы мне помогаете увидеть то, что я проморгал, да? Я потом вернусь, заберу, и, ребята, только благодаря вам я узнаю то, что там где-то находится лаки-блок. Я его, можно сказать так, не увидел, но зато вы поможете потом его мне вернуть. Это, ребята, очень даже полезно с вашей стороны. Поэтому, если хотите участвовать в такой мини-игре, добро пожаловать. Так, зашибись. Давайте мы дальше полетим. А давайте мы на Гуларке полетим. Что-то мы на... О, нет, вот. Вот почему я не хочу улетать на Гуларке, потому что он слишком огром... О, нет, мне показалось то, что это босс, но нет. Он слишком большой и на экране очень много места занимает, поэтому я не хочу на нем летать. А давайте мы полетаем на нашем Чаризардушке. На нашем Чаризардушке. А, кстати, боссики. Я еще хочу боссика. Боссики — это полезно. С боссика выпадает очень много опыта. Из боссика выпадает очень много нужных вещичек. Да-да-да. Да, боссики, пожалуйста, спамьтесь. Ребята, давайте еще раз постараемся найти хоть парочку боссиков. Немного, хоть штук 5. Да, зажрался немного. Пожалуйста. Гула. Так, да не нужны мне... Вот, зашибись. Так, тут у нас кто? Голубенькие мои дружки. Давай тебя, Голдак. Ну давай, Голдак. Одного Голдака. Давай. Как он меня нахрен убил? Так, иди сюда. Второго Голдака. Вот, там еще третий был. Я сейчас вам всем нахрен, всем тут надаю, всем. Так, еще тебе на. Еще разочек. 49 уровень. Уе! Так, через задушку. Давай. Полетели куда-то. Опа. Не, Меганиум. Да, это Меганиум, мне кажется. Да, это Меганиум. Это. Что ты нахрен? Шайни Милтанг.
Шайни Милтанг. Шайни Милтанг. Сколько это уже Шайни за одну серию? Я не помню. Но я его не хочу пускать, потому что вы видите то, что он Шайни, и вы видите то, что у меня есть только покеболы. Я хоть сейчас потрачу все мои 31 покебол, но я его словлю. Честно, я его словлю, ребята. Словил? Да, словил! Как видите, ребята, это было совсем непросто, но я потратил около 15 покеболов, чтобы словить наконец-то этого милтанка. Да, офигеть! Сколько у нас уже шайни в одной серии? Это какое-то чудо. Я не знаю, что это, ребят, такое. Я не знаю, Пиксельмон, наверное, залагал, и сейчас нам славится куча боссов, куча шайни. Охренеть просто, охренеть. Так, давайте, ребят, полетим дальше. Может, мы еще кого-то сможем найти в этой серии. Было бы круто. Я не против. Я вообще не против. Можем еще 35 шайни найти. Мне только лучше. О, еще один боссик. Ну, а что такого? Мне только лучше. Так, зашибись, нормально. Почему нет, ребята? Почему нет? Боссики — это всегда круто. Офигеть, так, идите сюда, господин Дудуо, господин Дудуо. Ну, стукни ты его уже, а? Я сказал, стукни ты его, вот, наконец-то, спасибо большое. Ух, кенгурушки. Сейчас мы, так, люксрей, вот. Ошибись, кенгурушки. Ну, давай, вы в принципе не очень большие уровни, но все же. Но все же сойдет. Чтобы прокачать нашего гуларка, сойдет. Так, 44-й. Быстренько, да? Давай. Ну, ударь ты его. Вот. Убил. А, и тут еще один, да, был? Да, еще один кенгуру. И сейчас у нас гуларк уже будет 50-м уровнем, ребята. Уже сейчас будет 50-м уровнем. Ты какой? Ух, сайтер 44-й, нифига себе, давай. Давай, гуларок, раскидай его нафиг. Ну, в принципе, да, и станешь 50-м уровнем, зашибись. Ух ты ж, ёшкин кот, нафиг. Это не... Мне показалось, что тут был шайни. Не, мне показалось. Мне показалось. Уже просто, знаете, так видится то, что опять шайни там есть. Потому что столько шайни нам уже, показались в этой серии, то, что просто можно сойти с ума. Просто сойти с ума. Господин Дудуо, дайте я вас опять убью. Кто тут у нас еще есть? Кто тут у нас? Арбок. Господин Арбок. Дайте я вас тоже запинаю. Вот так. И так. Нет. Эконс, ты нам не нужен. Нидоквин, да? Или это... Да, это Нидоквин. Вот так, зашибись. Убьем. Вылечимся. Гроулит. Не-не-не. Гроулит нам не нужен, ребята, сейчас. Гроулит нам точно не нужен. Мы просрали двух огненных стартовиков в этой серии. Зачем нам обычный огневик, да? Зачем нам обычный огненный покемон? Не нужно, спасибо. Спасибо, пока не нужно. Так, ну, в принципе, опять сейчас у нас будет темно, поэтому давайте садимся на Чаризарда. И летим... Я не знаю, если честно, куда, ребята, летим. Давайте полетим... Тут больше никого не будет. Может, еще там парочку шайни? Пожалуйста. Пожалуйста, я вообще не против. Я хоть еще 35 шайни, мне лучше. Хотя нет, в принципе, у нас сейчас нету покеболов, поэтому если заставится шайни, то мы даже их не сможем словить. Лучше боссики, да. Лучше боссики. Еще! Да ну нахрен! Ребята, эта серия, а у нас уже есть тупик. Хорошо, то я бы уже матюкался нафиг. Я бы уже тут так матерился. Вы себе просто не представляете. Знаете, кто это был? Это был еще один стартовик. И еще один огненный стартовик. Ой, еще один легендарный. Даже не легендарный босс, а ультимейт босс. 97 уровень. Он нас убивает тупо с одного удара, нахрен. Просто с одного удара. Он нас даже не спрашивает. Хочешь пожить немного? Он нас тупо валит с одного удара. О! Зато Чаризард, как всегда, все решает. Охренеть!
Так. Успокойтесь, угомонитесь. Пиксельмон, успокойся нафиг. Успокойся. Еще один шайни. Шайни Гравелер. Это такой покемон, которого мы уже словили в этой серии. Мы его уже словили. Охренеть просто. Охренеть просто. Два. Ультимейт. Там еще, кстати, Lucky Block. Два. Ультимейт. Босса в одной серии. Ультимейт босс, это типа, это самый редкий босс, который только существует. Нам в этой серии попадался также легендарный босс, это красный, да? И нам попадался уже, нам попадались два раза ультимейт боссы нафиг. Это желтые боссы, это самые редкие боссы, которые только существуют, ребята. Я в шоке. Что вам еще сказать? Я в шоке. В легком недоумении. Да, да. Так, вот это. Заберем и валим отсюда. И мне кажется, можно заканчивать серию, пока еще 35 боссов не заспавилось, пока еще 45 шайни не заспавилось. Потому что, мне кажется, я мозги себе взрывать не хочу. Но пока не расходитесь, ребята. Пока еще нет. Вы видите то, что мы еще продолжаем. Мы еще вот этого убьем. Мы сейчас себе еще один уровень прокачаем нашему Голарку. Вот, 51. Сейчас будет 52, ребята. 52, и мы, наверное, будем на этом заканчивать. Ребята, большое спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть новую серию как можно скорее, вы знаете, что нужно сделать. Просто поставить лайк. Чем больше лайков наберем, тем быстрее будет новая серия. И что самое главное, тем длиннее она будет. Как видите, эта серия длится уже больше, чем 40 минут. Я очень надеюсь, что вам это нравится. Если да, еще раз, ребята, поставьте большой палец вверх. Все давайте поставим лайки, ребята. Чем больше лайков наберем, я буду офигеть каким счастливым. А если мы даже побьем рекорд, если мы наберем 10 тысяч лайков на вот этой серии прямо сегодня, я просто охренею. Я завтра же выпущу для вас новую. Я реально охренею, если мы наберем 10 тысяч лайков прямо сейчас. Завтра выжду для вас, выпущу новую серию Пиксельмонов, которая будет длиться 1 час. Ровно 1 час, если вы этого хотите. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Пишите в комментарии что-то интересное. На самый интересный комментарий я буду отвечать. Добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Первая ссылочка в описании, как я уже сказал. А в комментарии знаете, что можете написать. Хотите вы длинные серии или нет? И нравится ли вам эта 40-минутная серия или нет? Ребята, еще раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!